Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Battle Prodigies. Добро пожаловать, вождь, мы ждали именно тебя. Это твоя новая деревня, жизнь здесь была идеальной, если бы не... Легион, что это? Еще один маленький человечек? Вождь, нам нужна армия, чтобы отбить атаку Легиона. Обучите воинов в казарме. Так, тренировка. Мечник. Допустим, обучить. Войска готовы и ждут вашего приказа. Отправьте войска в бой с легионом. А легион стоит вот здесь, да? Возле наших ворот, короче. Допустим. И как это будет происходить? Вот оно как. Ну, я думаю, что этого-то хлыща мы с тобой бомбанем. На-ка тебе, гаденыш. Но в два смычка-то мы его ушатаем. Чего он такой жесткий-то? Не падает ни шиша. Все, одни кости остались. Хи-хи. Забрать. Гррр, и я еще не закончил. Поздравляю, вождь. Вы отбили только первую атаку. У нас осталось не так много времени, чтобы усилить армию. Вождь, улучшите ратушу. Чем выше уровень, тем сильнее ваша армия. Ратуша, значит. Улучшить. Ну давай, теперь вы можете построить академию, чтобы улучшать воинов. Академия. Давай, построим. Строительство академии завершено, зайдите в нее и улучшите пехоту. Пехота. Ну давай, уровень повышен. Отлично, говорят. Ваши воины стали сильнее и готовы к сражению со второй волной легиона. Да ладно, блин, этот легион что-то возле моих ворот там трется. Оу. Армия легиона все еще сильнее нашей. Вождь, что будем делать? Привет, вождь, давно не виделись. Однажды легион уже отобрал у меня самое дорогое. Позволь помочь тебе отомстить за своих близких. Милигар, как я рада тебя видеть. Герои помогут усилить ваших воинов, назначьте героя в армии. Так, герой, Милигар. Отлично, Милигар присоединился к армии. Расставьте войска и начните бой. Быстрая расстановка. Ага, начать бой. Ну давай посмотрим, что у нас из этого получится. Как это вообще будет происходить? Так, Милигар что-то там делает, колдует. Щит? Ты тихо, парень. Давай, давай, надо ускориться, наверное, да? Да ладно, блин. Так, у нас работает периодический щит. Ух, под щитом-то мы вообще, ребят, неуязвимы. Потери. Слава вождю, нам удалось победить вторую волну легиона. Давайте укрепим нашу позицию. Вот список заданий, выполняйте их, чтобы справиться с третьей волной легиона. Так, улучшите лесопилку до уровня 2. За выполнение каждого задания предусмотрена награда. Выполните первое задание. А первое задание это улучшить лесопилку. Ага, вот лесопилка, улучшаем. Так, награда за выполненное задание ожидает вас. Забрать, так, тут древесина, какие-то камни и две карточки. Вождь, чтобы усилить армию, важно улучшать не только воинов, но и героев. Приступите к выполнению следующего задания. Так, улучшите героя до уровня 2. Ну давай, попробуем. Ага, вот герой здесь. Боевая мощь, Милигар. Повысить уровень. Уровень героя повышает эффективность не только армии, но и увеличивает силу заклинания, которое он использует в бою. Давайте заберем награду за задание. Давай. Так, здесь у нас то же самое. Продолжайте выполнять задание, чтобы победить третью волну легиона. Улучшите шахту. Ну тут все просто. Завершить за одну монетку. Монетки есть у нас? Есть. Тут вообще-то все быстро так закончилось. Так, ну что, я выполнил. Забираем награды. Улучшить казарму. А, это по-моему, ребята, нет. Что тут получаем с тобой? Казарму. Так, вы повысили уровень аккаунта.
Строите и улучшаете здания, чтобы повышать уровень и получать ценные награды. Так, смотрим, что нам здесь выпадает. Ну, неплохо, я считаю. Так, забираем награды. И победить пехоту легиона уровня 2. Так, подожди, а я же даже армию не подготовил. Ух ты. Нажмите на отряд легиона, чтобы напасть на него. Так, напасть. Еще 10 энергии у меня за это отнимают, за то, что я нападаю. Так, быстрая расстановка. Это и есть его легион? Ты серьезно? Слушай, а где мой милигар? Извини меня, я же вроде бы как милигары брал. Я его не вижу, чтобы он здесь мне помогал. Так. Я победил? Победил. Улучшите лесопилку. Ага, ну что, погнали. Улучшать лесопилку до 3 уровня. Перейти. Когда враг у стен, нет времени ждать. Потратьте немного золота для ускорения. Уф, такс. Когда враг у ворот. А здесь-то у нас что? 5 монет я забираю, да? Спасибочки. На почту что-то там у нас пришло. А, это отчеты. Понял. Что, когда и кто нас атаковал. Так, улучшить лесопилку до 3 уровня. Все, я выполнил. Так, улучшить героя. Повысить уровень. Ага, нужна ратуша. Чтобы дальше его улучшать, нам нужна ратуша. Шахту до 3 уровня. 3 уровень получил, ребята. Соточка. Забираем. Так, мечника. Для доступа к улучшению что там требуется? Требуется академия уровня 2. Это ратуша. А где академия у нас? Это казарма. Вот она, академия. Улучшить же, да, ей нужно? Все, вот теперь я могу, наверное, мечника прокачать. Вот он, у него появляется уже шлем, друзья мои. Не какой-то там балбес. Так, может создать защитный купол на союзный отряд. Вот так вот. Тут лучник и маг. Требуется академия 5 уровня и 10. Забираем награды. Так, улучшить казарму до 3 уровня. Казарму улучшил. Что такое, не понял. Чего? Так, для того, чтобы улучшить казарму, нам нужно улучшить академию, что ли? Нет. Все, казарма улучшена. Забираем. Так, и победить пехоту легиона 3 уровня. Где там эта пехота? Стрелки легиона. Маги легиона 13 уровня. Вы серьезно? Ну давай. Что там у них такое дается? Интересное. Как этим воспользоваться? Так, быстрая расстановка. Герой. Милигар. Вау. Мы сейчас порвем этого сосунка. Он один против нашей армии. Конечно, мы его тут расфигачим. Потерь никаких абсолютно. Забираем. Тут тоже забираем. Так. Что-то на почту там вроде как пришло, нет? Отряд Редрика. Так, подожди. Улучшить. Теперь опять лесопилку. А когда это закончится? Открыть. Забираем. А когда это закончится, это все? Ну, я имею в виду в плане. Или это обучение такое долгое? Ну, допустим, ладно, пускай я пока обучаю. Так, мечника до. Так. Прокачался, да?
прокачался. Казарму до 4 уровня перейти. Так, вот теперь надо улучшать нам казарму. И победить пехоту 4-го легиона. Так в этом заключается, что ли? Вот она. Как выглядит, я понял, ребята. Напасть. Таких игр очень много, такого жанра. Давай сделаем быструю установку, начать бой. Ну, есть, все, рассыпался Петручо. Ну, а дальше все вот это вот по накатанной, да? Улучши, победи, улучши, победи, улучши, победи и так далее и тому подобное. Есть магазин. Есть у нас провинция. То есть это моя деревня, да? А если я, например, хочу сюда пойти? Не могу? Маги легиона 7 уровня. А вот стрелки. Если, например, на них нападу. Давай проверим. Справлюсь ли я с ними вообще? О, с лучниками вообще на изи. Смотри. Да что такое-то? Какой промашка-то? Есть. Что это такое? Так, чертеж Академии. Средний чертеж необходим для улучшения Академии. Это для улучшения ратуши. Ага. То есть, для того, чтобы улучшать наше здание, нам еще нужны с тобой свитки. Это не просто так, что ты пришел, клепанул, все будет ништяк. Нет. Так, Мурка, да я уже всю армию чиню. Часика два. Ресудьба зайти. И я посмотрел, что Леша что-то там. Окей. Забираем. Так, улучшить героя до 5 уровня. Так, ратуша, казарма, академия. То есть тут одно без другого не работает, да? Улучшить шахту. Выполнил. Улучшить мечника. Уровень повышен. Жизнь 24, урон. А вот урон почему-то, ребята, не увеличился. Опа, у нас лучник. Подожди-ка. Предметы используются в академии. Необходим для повышения уровня лучников. Повысить. Нам не хватает 2 колчана. Для того, чтобы повысить уровень лучникам. Окей. Так, здесь сделали. Так, победить пехоту. Давай посмотрим. Пехота 5 уровня. Вот. Вот здесь как раз мы с тобой можем получить колчаны, которые нам нужны, не знаю, правда, сколько. А вот это что такое? Список героев. Ну, то есть героев, я как понимаю, здесь может быть несколько, не один. То есть вверху это полоска жизни, да? Внизу это количество солдат. Ну, ему крышка. Все, распинались за 5 сек буквально. 5 колчанов. То есть... то есть мы можем с тобой улучшить наших лучников, получается. Тренировать. Ага. Вот так вот.
улучшили с тобой, да, получается? Так, дальше нам опять говорят, улучшить лесопилку. Так, уровень получили. Лесопилку. Мы ее прокачали, забираем. Так, теперь герой. Опять же, ратуша нужна, академия, блин. И все это, будь добр, улучшить. Допустим. Так, и опять же мечника. Уровень повышен. Так, урон вместо 6 становится 9. А? Отлично. Так, можно нанести дополнительный урон случайному противнику. Ух ты, я еще могу улучшить. Ну, а дальше не хватает. А дальше у него вон появляется какая бронька. Ну, допустим. Забираем. Так, улучшить казармы до 6 уровня. Потом до 7, до 8, до 9, до 10 и так до бесконечности, да? Так, ну что, легион 6 уровня? Или какого там? Да, 6 уровня, вот он. Так. Ага, лучников он тоже сам выставляет, смотри. Сейчас посмотрим, как это будет. Ага, лучник стреляет. Все. Так быстро. С нашей стороны потери 26 человечков. Так, до 7 уровня, да? Ну и так далее. И так до бесконечности, друзья мои, по ходу дела. Ну что, давай мы тогда с тобой закончим на этом нашу серию. Я вижу, ребята, что здесь очень много мест, что можно строить. Вот, например, здесь сила разведки. Я вот не знаю, что это делает, сила разведки. Информация. Позволяет использовать разведчиков для получения важных сведений о врагах. Здесь можно построить, ага, лесорубку. Здесь тоже лесорубку. Здесь, я смотрю, какая-то максимальный уровень наук 1. То есть это у нас ученый. Исследовать. Как ты видишь, тут можно исследовать всякие добыча руды, школа разведчиков, склады, склад руды, склад дерева. Также армия. Урон стрелков, урон магов. То есть тут три основных класса. Стрелки, мечники и маги. Также здесь есть кузня. Здание в разработке. О, ратуша 50 уровня. Вы серьезно, что ли? Да, ребята, чтобы построить кузню, у тебя должна быть ратуша 50 уровня, только после этого ты сможешь что-то здесь поставить. Так, добыча руды, но это шахты здесь можно ставить, да? А здесь хранение руды и дерева. А, это тайник, получается. Да, это получается тайник. Для улучшения чего? Для улучшения арены победите отряд Редика 3 уровня. Погоди-ка, а где у нас отряд Редика вообще? И что это за отряд? Что это за Редик, блин, в конце концов, 3 уровня? Сейчас посмотрим. Так, это маги легиона Редика. Ну, если честно, я даже не знаю, где этого Редика нам брать. У нас лично Милигар, а где вот... Вот, отряд Редика. Странно, конечно. Ну, в общем, друзья мои, в общем, я вам показал, что из себя представляет эта игрушечка. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!